соответствии с достигнутой договоренностью, министр внешних и внутренних сношений Бельгии посетит Советский Союз с рабочим визитом. Столбика уже будут подготовлены. Ну, значит, два столбика. Значит, нарезка. Сколько надо будет? Надо три. На секцию, на 6-метровую. Кто хочет участвовать в строительстве забора? Так, с крыши. Что, давайте с крыши начнем. Ну, что начинать? Сохнет. Вы начинаете, я говорил же, еще осенью, что надо до снега было залезть, хоть на крышу посмотреть, что там и как там. Почему до снега? Она как раз, когда снег начала. Ну так понятно, что посмотреть-то надо было до снега. Лопнуло, надо закрывать. Ну так лопнуло. А что, сейчас не закрыть? Нет, конечно. Что для этого надо? Она мокрая, ее надо закрыть. Просто шить. Надо будет в следующий раз приехать, подготовиться, купить рубероид, три рулона и закрывать. Так, что дальше? Забором заниматься, пилить. Ну да, сейчас доски надо, сколько нужно будет досок, вытянуть их сюда. Столбы уже есть, делаем секцию, тогда крепим и на этом... Крыла есть? Да, все есть. Денису Борисовичу два человека на уборку мусора. Кто готов? Я пойду, это тяжелый и ответственный труд. Вот, один есть, еще кто на уборку. Давайте на уборку. На уборку? Да. Вы? Да. Мы на тяжелый труд всегда. Так, и нужен один мужчина с молотком. Давайте и гвоздями. Вы готовы с молотком и гвоздями? Тогда к Татьяне Валерьевне молотки у нас. Берем мешки, перчатки и идем. Так, кто на секцию? По периметру собираем. Граждане СССР приветствуют результаты переговоров Леонида Ильича Брежнева с канцлером ФРГ Герхардом Шмидтом. Мир в Европе – гарантия безопасности всех народов. Не дадим взорвать мир. Закончилась 142-дневная забастовка рабочих и служащих в столице Шри-Ланки. Посол Великобритании был вызван в МИД СССР, где ему была вручена нота протеста. Ивановские ткачихи говорят решительное «нет» агрессии США против Гренады. Советский Союз проводит последовательную и принципиальную политику на Ближнем Востоке. Жертв и разрушений нет.
итог завершившихся здесь переговоров. В духовной ГДР нигде не было диктатуры пролетариата. Ни в программах партии. Одно дело ляпнуть, а другое дело в докладе на съезде говорить. Знаете, я хотел сказать, что это пролетариат. Так не было нигде после войны. И, кстати, и до войны, кстати, уже диктатура пролетариата, вот до военные годы, это уже такое словосочетание, но не очень-то котировалось. Почему я так вот бьюсь, это Сталин вождь рабочего класса? Потому что все-таки надо вытащить Сталина не то, чтобы вождем рабочего класса. А в ходе строительства советского государства там уже накапливались уже разнообразные тенденции. Но Сталин все-таки был вождем рабочего класса. И я думаю, кстати, что и форсированная индустриализация. Может, здесь то, что война надвигалась, была только одной из причин. А второй причиной было то, то есть мы вырвались базу многих правящих верхушки, зависнуть в переходном периоде, как сейчас Китай завис. Почему они говорят, у нас еще 100 лет будет переходный период? Потому что они заинтересованы. Можно и социализм строить, и богатым быть при этом. Вот. И они так сказать, так это противоположная тенденция. Так у нас была эта противоположная тенденция. Остальное вот ее форсированной индустриализацией, что вот надо война на пороге, то все, и так сказать, ну ее эту тенденцию задавить. Да, прекрасно.